Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем проходить игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что ж, турнир закончился, и давайте посмотрим. Да, ребята, я все Гуни, одна звезда, к сожалению. Но вы сами понимаете, почему так получилось. Все из-за того, что я работаю, ребята, мало у меня времени. Ну да ладно, хотя бы так. Ну давайте посмотрим, что нам отсюда достанется. Так, 6440 сюрикенов, плюс Рахзар, 25 ДНК, 70 золотых осколков и 25 платиновых. Ну что же, в принципе, ребят, неплохо. Рахзар все равно у нас с вами прокачан по полной программе, так что давайте, наверное, мы быстренько с вами возьмем его ДНК и обменяем на сюрикен. Оу, ха-ха! Ребята, вот это хорошо. Вы смотрите, мы с вами заработали все-таки золотые осколки. И теперь мы можем поднять по рангу. А вот теперь, знаете, самое интересное, кого? Вот, блин, вот серьезно, я не знаю кого, а. Может быть, крысиного короля или все-таки Мандагека, а? Как вот вы думаете? Ну, Бакстера Муху, честно говоря, не особо жалую. Может быть, Донателло? Ох, ядрить тебя на корень, а. Что ж нам делать? Меня прям в такое тупиковое положение поставили. Вот я все-таки склоняюсь либо к крысиный король, либо Мондагека. Или же Донателло. Донателло. Так, у Донателло есть массовый урон. Так, у крысиного короля тоже есть. Мондагека, он идет все-таки как вспомогаловка. Он ускоряет, критует. В общем, вешает всякие бафы. Ага. Ну, блин. Ладно, ребят, я, наверное, все-таки буду прокачивать крысиного короля. Во-первых, у него уровень все-таки побольше, 45-й. Ну и в дальнейшем, я думаю, он нам пригодится и зайдет. Так что, ребятушки, поехали. Ну что же, я его поздравляю от всей души. Он получает 4 золотые звезды. Правда, еще пока ничего не открывается у него, да? Ну, вскоре у него откроется, вот, ребята, нашествие. Это на каком уровне? По-моему, на 60-м. Я могу, конечно, ошибаться. Может быть, это даже на 50-м. Ну да ладно, теперь давайте менять ДНК Рахзара. 875 сюрикенов. Слушай, ну неплохо. И больше вроде бы все, да? Нам, ребят, нужно с вами накопить ДНК, мутаген точнее. Знаете на что? У нас слэш, по-моему, еще не полностью прокачан в плане навыков. Два навыка у него еще есть, которые надо прокачать. Поэтому давайте, ребят, приступать к этому заданию. Так, поднять уровень персонажа. Ну, это проще простого. Давайте мы как раз найдем с вами крысиного короля. Где он у нас? И будем его, наверное, апать. Чего? Ах ты, елки-палки, ага, апнули. У нас с вами мутагена вообще нету. Блин, да что ж такое-то? Давай зайдем в магазин, откроем тогда колоду с вами. Кстати, у нас лига началась с нуля, поэтому сегодня надо, ребят, зайти на турнир и осколочки вот эти вот заработать. Так, давайте по-быренькому тогда все это дело пробежим, потом сходим на лигу, поделимся на лиге и, может быть, с вами еще одно испытание пройдем. Так, давайте на автобой поставим, все здесь быстрее так у нас пройдет. Бакстер Стокман только будет успевать тут получать люлей, как говорится. Ну что ж, первая победа за нами, еще остаются две попытки и 8 серебряных осколков нам достается. Поехали дальше. По-быренькому с вами, как говорится, завалим этого Бакстера Стокмана. Ну, давайте, не медлите, ребят, не медлите. Давайте, быренько его хоп-хоп и все. И в дамки, как говорится. Так, ну что, вторая победа за нами, ребят. И давайте за последний быстренько с вами пробежимся. 5 опыта дает. Вот, 16 серебряных осколков. Замечательно. У нас с вами очень, ребята, мало телепортов. Меня это, конечно, расстраивает. Потому что мы с вами сейчас пойдем искать ДНК, да? А телепортиков-то у нас мало. И что нам придется делать? Блин, да что мне с горлом-то? Охрип, осип, непонятно что. Нам придется все тратить их. Иначе мы не получим с вами полный комплект откатов, а их 5 штучек, вы знаете, всего. Так что будем стараться набивать их. Ну хорош, успокойся, Бакстер. Отдохни он лучше, приляг на земельку и поспи. Да, именно этого я и добивался. Все, с Бакстером мы разобрались. Мы забрали определенное количество осколков, сколько я могу потянуть.
Четвертый, последний бой, конечно же, у меня не зайдет. Пока. Когда-нибудь все-таки мы должны будем это сделать с вами. Ну что же, у нас пройти серию испытаний есть, да, задание? Так что давайте, наверное, мы с вами быстренько и пробежимся. Как раз у нас... Да елки-то палки, что ж я все время нажимаю уже на собрать? Еще, как говорится, не подрались, а я уже все забираю здесь. Ну, тут тоже, ребята, я поставлю на автобой, чтобы быстренько мы здесь пробежали. Тут, как говорится, ничего для нас сложного нету. Так, получил. Причем, да, ребята, у них сразу, смотрите, массовое, ого, массовое антилечение, да, плюс массовая блокировка возможностей спецударов. Ха, неплохо. Ну, давай, давай, давай. Замечательно, и идем на последнюю волну с вами. И здесь у нас Бибоп, Рокстеди, Ниндзя Фуд, Клан Фуд, точнее, и Маузера два штуки. Так, сейчас, быстренько мы с ними разберемся, не волнуйтесь. Йо-хоу, вот зачем вот, Крис, ты потратил, скажи мне, вот свой суперудар на какого-то никчемного Маузера? Ты бы мог, например... Вот, видишь, вот ты и поплатился, блин, за свой удар, а? Видишь, как тебя убрал быстренько этот Рокстеди? Ай-яй-яй, Крис, подвел ты меня, вот что я могу сказать. Ну давайте, ребят, ну что вы рассусоливаетесь-то здесь с этими охламонами? 5 сек, и они бы уже валялись, ё-моё. Если бы я лично бы играл бы, ребят, вот сам бы брал бы управление, они бы у меня уже давным-давно валялись бы в пыли, просили о пощаде. Да, никак бы не мог подумать, что мы вот так вот быстро с вами потеряем Криса Брэдфорда, естественно. Ну ладно, главное, что мы это задание с вами прошли. Мы с вами заберем сейчас реворд. Давай сюда, забираем. И вот, как вы видите, ребята, нам нужно сразиться. То есть нам нужно найти ДНК. Поехали. И будем мы с вами находить на кого. Так, стиранка у нас максимальный. Кирби мышь только у нас остается, поэтому давайте, наверное, искать на него. Там еще, правда, можно и на Хана поискать, но это уже будет после. Порталы, ребята, порталы очень быстро у нас заканчиваются. 100 штук, чтобы купить, стоит, ребята, $500. У меня пока 279. Нужно еще копить, копить, копить. Так, ну что, здесь мы закончили, да? Давай перемещаться ниже. И вот у нас Хан. То есть, получается, ребята, ну да, сейчас вот здесь найдем. И еще одну попыточку нужно вот здесь потратить. Все, ребята, забираем с вами реварды. Раз, два. И поднять уровень персонажа. Поднять уровень персонажа. Ну-ка, кого, ребят, мы можем с вами пропать? У нас 1799 мутаген. Ну это вообще ничтожно мало. И давайте кого-нибудь, ну, давай, например, Микеланджело, да? Давай его, наверное. О! Замечательно. 29 уровень у него. Все, забираем последний ревард. И, ребята, идем сразу же с вами, наверное, на лигу, я думаю, да? Что мы тут будем больше делать? Нам делать здесь нечего. Так, ага, вот здесь мы сейчас обменяем еще сюрикены. И все, кажется, больше у нас ничего такого в запасике нету. Нету. Ну что ж, отправляемся в бой и попробуем. Ребята, уже прошло сколько? Сегодня у нас вторник, да, по-моему? Или понедельник, блин, вторник, по-моему. То есть уже, я думаю, укрепился народец. То есть не будет таких быстрых у нас скачков, так что идем спокойно. Так, Влад, давай-ка мы, наверное, разберемся с тобой для начала. Я не буду, ребята, здесь трогать Леонардо пока. Мы будем его включать, наверное, где-то на уровне 35-50. Где-то вот в этих районах. Пока, я думаю, здесь мы справимся и без него. Так, поехали. Бомбочка бумкнула. Так, давай, Бибоп. Так, тихонько. О, он промахивается. Ну что ж, тогда получается, эти ребята вообще у нас здесь ватные. За это они будут отгребать по полной программе. Так, минус. И остался Кирби. Сейчас, ребят, секундочку. Вот и все. Вот, Владик, мы тебя и выиграли. Ладно, ребят, переходим на следующий бой. Мы, кстати, должны довольно быстро с вами подниматься по рангу. Воин 2 звезды будет? Да, будет. Подожди, а почему это? Ведь моргнуло же, что воин 2 звезды, и потом бац. Здорово просто. Ха. Вот это обманочка сейчас была. Ладно, хорошо.
Якобы мы съели это все дело. Типа мы ничего не видели. Давай вот так тогда сделаем. Будем, ребят, наказывать их. Кстати, смотрите, у меня ребята с бронзовыми, да, звездами, а у него уже серебряные. Но я вам говорю, что здесь уже все устоялось. Здесь уже не будет так все легко и просто, как если бы мы начали с вами в первый же день игры. Так, ну-ка давай. Опс. Так, я думаю, что нам нужно, наверное, стиранка подбить все-таки. Давай попробуем поджарить его. Ну, молодцы. Так, ну теперь, конечно же, мы будем с вами разбирать карайку. Бакстер-муха нам здесь не помеха. Тем более он остался один. И мы его сейчас быстренько раскумарим. Ай-яй-яй. Почему-то вот Рафаэль здесь слабенький у нас. Ну, а Лео, как всегда, везде на высоте. Елки-палки, что тут скажешь? Ничего не пишешь, лидер есть лидер. Ну, надеюсь, сейчас мы перейдем. Да, будет тяжко. Какая позиция? 68-я. То есть уже говорит о том, что не будет легкой победы, ребят. Не будет. И пойдем мы с вами по стопам. Тут, ага, вот сюда вот. Давайте вот сюда рванем. Тут 20-й левел, 19-й. У нас как раз такие ребята есть на подходе. Вот они. У нас здесь серебро, здесь, к сожалению, бронза. Поэтому я думаю, что быстренько мы его сейчас подбомбим. Ну, начнем, конечно же, с Леонардо. Я думаю, что лучше начинать именно с него. Хотя Хан тоже противник еще тот. Но Леонардо, он все-таки... И... Подожди, я же хотел Леонардо, елки-палки. Ну что ж, давайте добивать тогда Хана. А что поделаешь? Я вообще-то на самом деле собирался начать с Лео. Во, сейчас мы его приголубим, смотрите. Круто. Добьешь шинигами? Молодец. Ну, а Карайка здесь уже ничего не делает. Пускай хоть забросается своими кунаями, ничего ей здесь не поможет. Так, ползарви отняли. Ну-ка. Бум, не добил, к сожалению, но шинигами должна сделать это дело. Хорошо, отлично. То есть я даже сомневаюсь, что мы сейчас попадем с вами в воин 3 звезды. Скорее всего, будет, опять же, воин 2 звезды, но где-то 25-10 позиция. Проверим. Ну, 15-е, хорошо. То есть нам нужно еще сделать бой. А раньше мы с вами за два боя уже в самураях были. Офигеть, как тут все уплотнилось. Ну что ж, давай тогда выберем. У них у всех одинаковый бонус, поэтому я буду брать слабенького. А это у нас, ну вот эта вот команда, я думаю, слабенькая. Так, у них тут 18-17 уровень, а у меня уже 29-30, так что я думаю, никаких проблем с этим вообще не будет. Хотя не факт, бывало и у нас в сериях, когда мы с вами сильными персонажами, да, там 40-х уровней проигрывали 30-35, не знаю почему, видимо у них прокачаны, ребята, все удары, спецудары, не обычные, а вот именно спецудары. Такие вот как хил, вертушка и так далее. Да, за счет них очень можно здесь, ребята, выигрывать. И не хило причем. Так, ну-ка. Тинч бумерангом. Готов, Лео. И остается у нас только лишь Бакстер Стокман. В своем кибернетическом костюме. И он падает. Слушайте, я хочу дойти, когда мы будем с вами испробовать крысиного короля. Я хочу посмотреть, насколько он стал лучше и эффективнее в плане боевки. Ну что же, воин 3 звезды. Позиция у нас 78-я. Чувствуется, да, что продвижение идет очень и очень тяжелое. Смотрите, какой разрыв. Тут 24-й уровни, а тут 14-17-й. Обалдеть просто-напросто. И я, скорее всего, возьму вот этих ребят, потому что здесь самый большой бонус идет. А нам нужно как можно быстрее подняться, ребята, в лиге. Потому что уже вторник, остается всего лишь ничего. А у меня опять же работа, и мне нужно... вырваться. Кстати, я не посмотрел, кого мы на этой неделе разыгрываем. Кто у нас там будет в реварде находиться. Так, начнем, пожалуй, мы... Давай, наверное, с Микеланджело. Почему? Потому что он у нас хилер. Он у нас хиляет, его нужно, как говорится, ликвидировать как можно быстрее, чтобы он не залечил раны. Ага, вот так вот. Ну что ж, давай возьмем провокацию. Я думаю, что это будет оптимальный вариант для нас. Му, массовая атака от Донателло, есть. Донни сработал на все 100%, отлично. Так, давай-ка, наверное, мы с вами вон того Бибопа забомбим. Потому что вы знаете, чем он опасен. Своим танцем на уворот, это раз. А во-вторых, со своим лазером, который очень хорошо дамажит.
так, ну что, 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 ну что ты делаешь? Ну успокойся, а, пожалуйста. Чуть было, смотрите, ребят, не добил. Немножко, да? Осталось-то за руйца. Ровно почти половина. Ну ладно, мы, наверное, здесь все-таки выиграем. Ну, на с ноги. Отлично. Так, двигаемся с вами дальше. Ну, естественно, мы не перейдем с вами, наверное, скорее всего, на лигу выше. Проверим. Воин, 3 звезды и... Ну да, да. Пока вот так вот. 22-я позиция, то есть это нам тонко намекает, что, парень, ты должен еще сыграть один бой, чтобы подняться. Ладно, 26-е уровни. 26-е и 24-е. Как раз мне подстать. Здесь 3 звезды золотые у Рокстеди, поэтому... Мы будем здесь немножечко аккуратно. Кстати, уже мы на пределе стоим того, что здесь, помимо вот наших слабеньких персонажей, нужно брать одного серьезного. Причем довольно серьезного, если мы не хотим здесь отдуплиться. И я думаю, что в эту роль хорошо зайдет Шреддер. Да-да, именно Шреддер, потому что у него массовая атака, и этот парнишка сразу перестанет улыбаться, я надеюсь. Ну, проверим. Так, вот... Пошел суперудар от Шреддера. Естественно, массовый. И, как видите, минус 2. Минус 3. Да, ребят, я не прогадал, что взял именно Шреддера. Здесь уже все, ребят. Здесь ему никто не поможет. Причем у нас здесь было 3 хиллера. Это Донателло, Рафаэль и Шреддер. То есть, в любом случае, мы здесь бы выиграли. Даже если вы где-то пасанули. Ну что же, мы с вами переходим в элиту. 71-я позиция. Ладно. И будем, ребят, определяться. Определяться мы будем так. Оленька у нас здесь, Милани и Коин. Я возьму, наверное, Ольгу. Ольга, давай. Не со зла, но так надо. Надо. Надо мне с собой подраться просто-напросто. Так, 23 и 24 уровни. Я думаю, что, наверное, мы все-таки справимся здесь. Хотя нет, здесь голда. А против голды нужно быть аккуратным. Очень аккуратным. Поэтому я возьму, скорее всего, здесь... Я возьму здесь тигра. 50 уровня. И буду надеяться, что все-таки у нас здесь все получится. Потому что он будет ходить первым. Ведь так? Он ходит первым. Мы, соответственно, снижаем. Оу! Я хотел сказать, мы снижаем защиту, но на самом деле мы практически всех убили одним выстрелом. Не ожидал такого от тигра, но это очень меня радует. Очень радует, потому что я люблю, когда бои идут быстро. Главное, что без задержек, без всяких. 31 позиция, то есть еще один бой, ребята, мы с вами перейдем выше на 2 звезды в элиту. Так, определяемся. Надо брать с максимальным, ребята, бонусом. С максимальным бонусом, но желательно, чтобы враг был послабее. И это, я думаю, вот оптимальная команда. Так, давай. Кейси. Так, Рафаэль. Там у нас все отыграно. Микеланджело. И возьмем, пожалуй-ка мы 29 уровень, да, говоришь? Слэша пока не будем трогать. Давай возьмем мутагеноида. Мутагеноид тоже имеет массовую атаку. Это удар по земле ладошками, содрогая землю, ну, в общем, все дела. Так, Рафаэль здесь нам не нужен. Надо его ликвидировать как можно быстрее. Все-таки вот Микеланджело, у меня вот именно фильм прокачан очень, ребята, слабо, очень слабо. Вот такого я, конечно, не ожидал от него, смотрите, что он сделал. Ладно, поехали, массовую атаку. Это потому что, ребята, у нас пониженная атака. Нам ее понизили, к сожалению. Еще и этот отхилил Кирби. Блин. Ну давай попробуем, я не знаю. Ага, вот так вот получилось. Хиллер у меня здесь только один. Это Микеланджело фильм. Ты смотри, он сделал провокацию, ребята, а? Он сделал провокацию, блин, теперь пробей его, а? Вот Джульен. Ой-ой-ой, как слабо. Мы хилим. Ну-ка попробуем вот этот вот, потные ладошки. Блин, не пробили. Да елки-палки, все, ребят, они взяли в оборот нашего Микеланджело. Вы это прекрасно видите, и они хотят его ликвидировать. Поэтому я попробую как-то, не знаю, чудом как-то спасти ему жизнь. Нет, не получится. К сожалению, не получится у меня этого. Потому что обязательно его кто-нибудь сейчас добьет. Да елки-палки, с какого ж ты лешего-то два раза-то ходил, а, блин, Рафаэль, блин, вонючка. С какого, блин, перепуга, я не понял. Два раза он походил. Вот так вот, ребята, вот так мы и потеряли с вами майки. Ну, мы ему, естественно, за это отомстим. Никуда он не денется, на тебе вот шайбой в лоб. Ну, врежь ему. Вот так вот. С
пускай отдыхает. Да, ну знаете почему, ребят, я расстраиваюсь из-за каждого поражения, когда у нас герой падает какой-нибудь? Потому что мы с вами получаем минимальный бонус. И, соответственно, мы с вами очень-очень медленно поднимаемся по рангу. Очень медленно. То есть, вы смотрите, я в элите в одной звезде завис. Когда такое было? Я не помню. Мы обычно никогда так вот медленно не поднимались. Ну что ж, давай определяться. Определяться будем, наверное, вот с этим пареньком, которого звать Александр. Так, у него 29, 26, 27 уровень. Берем вот так вот и кого-нибудь посерьезнее. Я думаю, что Змейка Вьюна здесь будет достаточно, потому что у него тоже массовая атака, причем довольно неплохо прокачана. Я думаю, одного залпа будет достаточно, чтобы они здесь все полегли. Начнем, пожалуй, с массовой. Ой, как это было великолепно-то просто. Вот так вот. Ну почему же я там-то профанулся, я не понимаю, ребят. Вот так и думал, что это все, ребят, Микеланджело. Он слабый, он, да, он редкий, он у меня есть, но он слабо прокачан. Слабо прокачан, и у него маленький уровень. Так, ранг 69, элита 2 звезды, поэтому, ребят, нужно продвигаться. Нам хотя бы сегодня добраться до самураев, это уже будет прогресс для меня. Раша, Элли и RG. А по бонусам у нас как раз RG попадает, да? Ладно, будем драться с RG. Берем с вами вот так. И кого-нибудь посолидней, посерьезней. Я думаю, что Ванька Стиранка как раз для этого дела зайдет как нельзя хорошо. По-моему, ребята, вот это вот актриса какая-то, если не ошибаюсь. Ну, естественно, это не он, это просто аватарка, но тем не менее. Так, давай, приступим. Мне нужно, чтобы... Ванька, а почему... А, во! Во, ребят, это массовый же у нас, да? Достает гранатомет и обстреливает врагов. Жалко нам не понять. Так, увеличивает силу атаки. Давай вот так вот сделаем. Тут, если что, сила атаки еще увеличивается. Да, не увеличили, потому что шанс не сработал. Но в любом случае, ребята, здесь победа будет за нами. Должна быть. Ну-ка, давай-ка, разбежись. Бум, отлично, Рокстеди падает. Ну и Джастин, давай. Такой, пуф, зажарил. Все, Мондагека валяется. Отлично, я не прогадал с Ванюшей. Ванька нормально. Но все равно, ребят, по инициативе он проигрывает. Вы сами заметили, что первым не он ходил. Так, 20-я позиция, отличненько. И давайте, ребята, определяться. Нужно как можно быстрее, 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 быстрее. Времени мало у нас. Так что вы сами должны все это понимать. Ну, давай вот этих вот возьмем. Это у нас Майкл, да? Или Михаэль? Не знаю, как-то так. Раз, два, три, четыре. И возьмем мы с вами... Можно взять Паукуса, в принципе. Но я возьму, наверное, все-таки Бакстера Стокмана в киберкостюме. Мне кажется, что он здесь лучше будет. Так, поехали. Давайте с Маузеров начнем. Я хотел волну, думал, ну, давай с Маузеров. Ёпросты, да чего же у него классно прокачаны Маузеры. Ну, сами поняли, просто отдуплились все. Ну, там и уровень, конечно, был слабенький, но... Да, элита 3 звезды. То есть, ребята, мы приближаемся к самураям. Так, 13-15, 13-15, то есть везде абсолютно одинаковые, поэтому я беру, ребята, Линду. Да, Линда, по моему мнению, она слабее остальных, поэтому давай приступать именно с нее. Так, 35-й уровень, и возьмем, пожалуй-ка, мы сюда еще, наверное, да, Крысиный Король, да, именно его. Я хочу как раз, ребят, посмотреть, насколько он крут стал, если, конечно, дойдет до него очередь. Ну что, давай, наверное, бомбанем, посмотрим. Ага, замечательно просто, просто великолепно. Опачки. Так, ну что, остается лишь дождаться массового удара от Пиццелицева. И все, я думаю, что будет здесь победа за нами. Ах ты, Крис, 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 что ты сделал, а? Так, Махман, ну давай ударим, хорошо так уж и быть. Хоп. Пиццелицей ты будешь, блин? Во, вот, ребята, вот массовая атака его и... Уху-ху-ху-ху. А вот это, ребят, серьезная заявочка. Я, честно говоря, не ожидал, что у него настолько слабый удар будет. Так, ну что, Рафаэль, в принципе, готов у нас. Но он отдуплится рано или поздно. Так, давай-ка мы ускорим своих ребятулек. Вот так вот это будет выглядеть. Блин, что же делать? Ну, давай попробуем Брэдфорда заколошматить. Не вышло, к сожалению. Но вот сейчас плевок сделает Макман, и все, нормуль. Так, дальше... дальше надо...
принципе, Питер бомбить, потому что он же у нас доктор. Да? Доктор кто? Ну, Рафаэль не хочет что-то падать. Рафик, падай давай. Вот так вот. И остается у нас Макман. Так, ну-ка, Макман против Макмана. По морде ему надавал. Так, сосисочник, давай. Тыч-тыч. Да. Ну, хотя бы меткость понизили, уже плюс. Да, ребята. Крысиный король все-таки отыграл все, что нужно. Я не жалею, что я его прокачивал. Ну, вот сомнение было, конечно, насчет Донателло. Вот Донателло тоже хотелось бы мне прокачать. Он классный сам по себе. У него все-таки есть такие защита. Он делает баф, да? Защиту. И массовая атака, это когда он сюрикенами бросает во всех. Ну что же, у нас ранг 37. Мы в элите с вами до сих пор 3 звезды. И мы двигаемся с вами к самураям. Так, я возьму, пожалуй-ка... Так, тут 35-й, 34-й, и... а здесь 35-й, 36-й. Нет, вот этого я у него. Ихар, да? Ихар, ладно. Или Игорь. Наверное, Ихар все-таки. Выбираем Слэша, выбираем нашего кабанчика, Рокстеди, Леонардо и... и Карайку, конечно же, Карайку. Хотя можно было ее не трогать. Я только сейчас заметил, что здесь у нас герои с тремя бронзовыми звездами. То есть, ну, вообще ни о чем. Не алло, короче. Но, тем не менее. Так, Мондагека у него, который ускоряет команду. Да, понятно. Минимальный, ребята, получаем мы с вами урон. Значит, действительно, я погорячился. Но лучше перебдеть, чем недобздеть. Вот я вам скажу серьезно. Так, ну что ты там делаешь? Снимаешь там? А я тогда вот так сделаю. А? Повысили себе атаку физическую. И вот так, минус Шреддер. Ага. А ну-ка, делай прыжок. Классно. Молодчага, Слэш. Мы увидели Слэша в деле от, именно от нашей команды. И поджарочка. Ха-ха. Замечательно. Нифига себе, Лео. Опасный чувак, когда вот такой вот прокачанный, точнее еще пробафанный весь. Он мог бы звездануть, если бы, например, там, я не знаю, кого там, Слэша или Лео. Мог бы, наверное, и уронить его невзначай. Ну что, мы с вами поднимаемся или нет? Да. Да-да-да, ребят, мы в самураях уже. Это хорошо. Так, Евгений, Майкл и Макрос. Кого будем брать? Они все одинаковые, абсолютно практически. Но здесь 39 и 40 уровни, здесь 37, а здесь то же самое. Ну, я возьму, наверное, вот этого вот, Макроса. Ну, Макрос, давай посмотрим, на что ты способен. Пробьем мы тебя или нет. Выкрутишься ты или нет. Возьму еще, ребят, Паукуса. Погнали. Напыжился-то. Макрос. Погнали. Так, массовый удар паутинкой. Отлично. Так, теперь давай, наверное, давай так сделаем. Давай сделаем вот так. Защита и контратака упала у нас на сплиттера. Так, кретинусов вызываем. Ой, как четенько-то все получилось. Так, кунаичи. И остается лишь один охламончик. Мы его сейчас, ребят, быстренько положим. Все. Идеальные команды. Мне нравятся такие команды, сбалансированные. Причем, заметьте, Паукус не уронил никого своим массовым ударом паутинкой. То есть... это говорит о чем? О том, что у него слабо прокачанный этот супер удар. Ну, а мы с вами в бой. Я не знаю, ребят, у нас, по-моему, там уже немножечко осталось персонажей. Очень мало. Они как-то еще и в разброску у нас тут все. Не знаю почему. Так, давай, наверное, возьмем. Тут можно, наверное, взять. Ну, хорошо. Хорошо, давай вот так попробуем. Я думаю, что должны справиться. Главное дождаться гранатомета. Так, массовый от Микеланджело у нас. Слушай, ну неплохо, давай, наверное, мы с вами ликвидируем вот этого Майки. Давай-ка вот его уберем. Не вышло, к сожалению, атакиси. Оу-оу-оу, тихо, да ёпрасете, ну что ж такое-то? Он еще какой-то сильный оказался, а? Ну что ты, бомбочку бросаешь, блин. Не кстати, не вовремя. Так, давай телепатию включай свою, Эйприл. Молодец. И теперь гранатомет. Поехали. Так, минус 2, то есть еще 2 осталось. О, ребята, они мажут, поэтому все. Макман распластался, я думаю, что... да,
Микеланджело тоже распластался. Замечательно сыграем. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Наверное, мы не успеем дойти до самураев две звезды, а может быть успеем, сейчас посмотрим. Слушай, успеем. 26-я позиция, то есть нам еще один буквально сыграть бой. Идеально, чтобы это все было. Так, кто у нас тут? Мария, Мэтью и Нонейм. Да, Нонейм. Давай тогда возьмем Нонейма. А почему бы и нет? У меня герои остались довольно мощные, начиная с 48 уровня, а у него всего лишь 41-42. Круто. Слушайте, я даже, ребята, не буду здесь тратить наши откаты. Они нам пригодятся на следующую серию, когда мы еще 5 заработаем. Будет 11. Вот мы им там как раз-то и покажем, где раки зимуют. Быстренько даже будем выбиться, ну, не в топчик, но около того. Так что будем, ребята, копить их. А кто-то мне давал даже такой совет: подкопи их до конца недели и, типа, потрать все сразу, скопом. Ну, я, ребят, скажу вам одно. Это можно, конечно, сделать, но у тебя не хватит элементарно, знаешь чего? Героев. Тебе придется постоянно их всех откатывать, и ты свои вот эти вот откатики быстренько потратишь. Так что это невыгодно. Лучше идти потихоньку, постепенно, чем копить куда-то там и в конце все это попробовать потратить. Ну что вы тут делаете-то, а? Че, он промазал, что ли? Куда-то не туда кулак у него выскочил. Странно. Ну-ка. Пускай валяется. Так, давай-ка мы, наверное, попробуем. А, у них, ребята, иммунитет висит. Все, я понял. Давай тогда как-нибудь. Да елки-палки, я хотел просто звездануть. Зачем контр-атака? Минус Бибоп. Ну, Кирби, не подведи меня. Подвел, охламон. Подвел он меня, и все. Так, ногти. Когти, ногти. И все, да, ребята, замечательно. Замечательно, идем и смотрим, на какую мы сейчас должны перейти, да ведь? Самурай, да-да, самурай 2 звезды и 93-я позиция. То есть нам остается только лишь укрепить. Поэтому я беру самых максимальных. Они здесь все одинаковые, абсолютно, ребята. Давай-ка мы тогда возьмем, наверное, Димана. Димка, у меня, ребята, видите, да? Всего лишь 4 героя. Можно, конечно, потратить один откатик на какого-нибудь из персонажа, но я не буду, не хочу. Лучше пускай они останутся. И выбираем... А что я сделал-то? Что-то я не понял, что-то я сделал не того. Все, у меня заново. Хотел же с Диманом подраться, но... Такой, в шоке. Да, парень. Парень же, да, парень, ты... Правильно, что кричишь, ты в шоке, потому что сейчас тебя быстро здесь разберут, буквально моментально. Даже пикнуть успеешь. Все, даже ни один из твоих героев не сходил. Вот так вот. Ну что же, мы с вами с Лигой закончили на сегодня. И пойдем, ребят, посмотрим, что у нас там будет дальше. По прогнозу дня. 73-я позиция, ладно, неплохо. Так, и разыгрывается у нас, ребята, Бибоп Кролик. Ну, вы знаете прекрасно, что он у меня открыт, но тем не менее он мне пригодится. Надо, кстати, посмотреть, сколько ДНК у нас вообще на кролике, да, на Бибопе. Давайте-ка посмотрим, где он у нас. Бибопчик, ты где? Где-то здесь он должен быть. Так, ребят, ну смотрите, 37 ДНК, причем у него 2 всего лишь бронзовые звезды. Я думаю, что если мы штучек 25 получим, мы его прокачаем до 3-й бронзовой звезды. То есть мы в этом заинтересованы, по крайней мере я. Отлично, все, цель у меня поставлена, намечена. И мы идем с вами на испытание, смотрим, какие здесь. Так, день Донни и космические странности. Космические странности мне нравятся. Так, ну что же, наверное, мы с них сегодня и приступим. Главное, чтобы мне дали нормальных персонажей. Фух, ну что же, вперед за Джастином. Ой, ребята, вы посмотрите. Вот это очень-очень большая редкость. Вот когда тебе дают всех твоих максимальных персонажей. Вот это круто. Интересно, а мы сможем пройти полностью? Нет, наверное, не сможем. Мы с вами спекемся где-нибудь на Армагеддоне. Ой, Армагеддоне. Армагоне, конечно же. Так, ладно, поехали дальше. А кто здесь босс? Никто не помнит, ребята. Я знаю, что здесь должен быть промежуточный босс. Но ведь это не Химера. Нет, не Химера, а кто? По-моему, Армагон все-таки. Или я ошибаюсь? Посмотрим, короче. Так, ну пока, ребята, вы понимаете, все на автобой, потому что, ну, здесь 10 уровень. Быстренько сейчас их разберем и будем с вами продвигаться потихонечку дальше.
Так, сколько мне дают ДНК за него? Одну или две? Давай посмотрим. Так, 25 опыта. Одну ДНКшку дали. Хорошо. Так, ну-ка давай глянем. Да, ребята, в конце нас ждет Армагон. Но я до него навряд ли, наверное, дойду. Хотя, ну мы попробуем, в общем, с вами. Попробуем. У нас еще есть Рокзар, там, кстати, он тоже 70 уровня. Если нам надо будет взять какого-нибудь провокатора, то я, наверное, возьму, скорее всего, вместо Криса. Или вместо... Нет, Железную Голову я оставлю. Наверное, вместо Криса, потому что у Криса нет массовой атаки. А у Рокзара тоже нет, но он все-таки имеет свойство провоцировать врага, то есть не позволять врагам атаковать кого-либо другого, кроме него. То есть по-научному, по-простецкому это называется таунт. Так, минус мотылек. Да, ребята, это, как вы поняли, тараканы у нас, да, превращенные вот в мотыльков. Ну что же, поехали дальше. Так, Бакстер Стокман у нас заработан. Теперь у нас нейтрализатор. Поехали. Уровни еще слабенькие, поэтому автобой, ребята, автобой. И волна всего лишь 3 здесь. 3 волны. Так, белочки. Кстати, нам белок нужно, по-моему, очень много, да, забомбить, чтобы мы с вами могли получить достижение. С тараканами вроде бы мы уже справились. Так, ладно, давай разбирать их. Последняя, заключительная волна. Если все пойдет быстро и хорошо, ребята... А, нет, вряд ли у нас получится. Не хватит, скорее всего, у нас сыра. Я думал, что, может быть, второе испытание пройти. Чтобы я потом просто-напросто на него не отвлекался, а просто-напросто брал и фармил. Так, 3 звезды. Замечательно. И смотрим, на каком уровне мы с вами останавливаемся. Так, нейтрализатор у нас в кармане. Так, космический Рафаэль. Сколько ДНК? Опять же, ребята, одно. Но если мы, например, будем шукать его, да, мы можем найти и 2 ДНК. Ну, я не знаю, мне, если честно, хочется прокачать Армагона. Ему поднять еще хотя бы 2, не уровня, а 2 звезды. А самое идеальное, это если бы он был бы прокачан полностью. Ну, хотя бы все 5 золотых звезд. Потом уже, конечно, дело было бы и до платиновых. Так, ну что, пока мы видим, ребят, здесь 40-е уровни у нас бойцов, противников, да? Думаю, что здесь даже паниковать пока не о чем. Это где-то надо будет 65 уровень, вот там уже надо будет шевелиться. А здесь все пока изейше. Даже постепенный урон, который висит на Рафаэле, ничего ему не наносит. То есть это о многом говорит. Так, ну что же. И кто же у нас здесь? А, да-да-да-да-да, ребята, вспомнил. Здесь 2 брата Голема. Так, ну я надеюсь, они меня не смогут здесь пробить. Да нет, они не смогут. Мы уже крепкие парни, поэтому... Единственное, что надо, наверное, здесь все-таки самому немножко поиграть. Потому что здесь нужно все правильно сделать. Так, во-первых, я возьму провокацию Рафаэлем. Сейчас будет бомбить. Стоп, нет, не стал. Странно. Ну-ка, вот так вот. Скорость понизим? Понизим. Так, этот у нас лавовый, а этот электрический. Да-да-да, я помню это все. Ёлки-палки, одной вертушки достаточно было леонардовской, чтобы они упали. Ой, сынули. Но там, где Армагон, там уже они будут довольно крепкими. Так, 100 опыта, Рафаэль Космос у нас в кармане. И мы передвигаемся с вами на Космос Леонардо. Потом там будет Космос Микеланджело. Так, здесь я думаю, что тоже, ребята, можно включить автобой. Ничего страшного здесь нет. 50 уровень, я думаю, для нас это просто потеха. Только вот зачем они начинают все суперудары свои тратить? Например, Крис сейчас зря сделал проникающий на какого-то вонючего робота. Не знаю, ребят. Почему он так... Мог бы просто звездануть и все. Видишь, они и так падают все. Ну, почти с удара. Так, Лео зашил. Давай эту белку. Ну, и этого дрона. Валим. Да зачем ты, ну... Ай, Зек, ну ё-моё, ну на одного он бросает свою бомбочку. Вот здесь твоя бы бомбочка пригодилась бы, потому что здесь противные, как сказать, грибы. Грибы-люди, ёлки-палки. Я, правда, не знаю, чего у них тут людского, но вот они такие есть. Ладно, слава богу, они слабенькие, пробить нас не могут, я им прощаю. Но это чтобы было в первый и последний раз, чтобы вы так делали. Так, 4-я заключительная волна, и у нас здесь вот как раз Армагон, как раз у нас Рафаэль Космос, Донателло Космос, ну и вот эти вот маленькие роботики. Так,
Отлично. Сейчас наверняка стопудово будет Армагон делать суперудар. Именно с астероидом. Нет, нет. Вот это, конечно, я не понимаю, ребят. Ну, удар, конечно, какой-то никчемный. Хотя он массовый. Так, и давайте уже Армагона здесь наказывать. Да, ребята, победа за нами. Вообще никого не смогли даже здесь подчикать у меня. Поэтому переходим с вами к следующей. Это уже будет Микеланджело Космос. Да, именно он. Так, ну-ка ся. Микеланджело, а потом еще и Донателло. Ага. Мы, по-моему, с вами в прошлых частях зависли там как раз где Донателло. Или же все-таки мы дошли до Армагона? Вот не помню. Так, ладно, ребята, здесь я уже, наверное, буду сам играть, потому что 60 уровень, уже серьезный противник, поэтому как бы рассусоливать здесь не стоит и уповать на автобой. Будем сами тут все, как говорится, делать как надо. Пока очень даже неплохо мы бомбим. Ну, это обычные рядовые мобы, поэтому им суждено, как говорится, погибнуть на поле сражения. Тут 4 волны у нас. Так, здесь у нас белки. Ну, в принципе, опять же, ребят, всякая ерунда, которая будет падать. Так. Нет, я пока не буду ничего, ребят, активировать. Ни контратаку, ни защиту, ну, не стоит пока. Не вижу надобности. Пока идет все и так. Ага, пошла бойня. Ну, хорош, хорош. Блин, Криса потихонечку начинает, ребят, разбирать. Потихонечку, но начинают. Так, минус еще одна белка. А что вот это за значок такой? Крик о помощи, да, или что? Не помню, ребят. На самом деле, по-моему, они должны атаковать. Если вот, например, он атакует, то тот должен подключаться тоже к автоатаке. Так, ну что, третья волна у нас и... Ну, давай вот так сделаем, фиг с ним. Давай сделаем так, провокацию, как говорится, и будем уже потихонечку здесь их чекрыжить. Так, минус дрон. Ага, стрелозады здесь покрепче. Не падают уже с первого удара. Ладно, фиг с ним. Ой, они, наверное, скорее всего, ребят, даже не успеют и сходить, потому что у них замедление висит времени, поэтому мы с вами быстрее намного их двигаемся и копим инициативу. Так, ну что, вот, вот они, ребятушки, так. Донателло, значит, да? И Леонардо. И начинаю я, конечно же, с массовой атаки от Лео. Ну что же, и добивочный, скорее всего, нет? Или да? Хм. Давай-ка, наверное, мы Армагона прикокошим. Все, и остается Леонардо. Леонардо тоже сейчас, да. Ну что же, переходим на следующую волну. И там уже будет сложно. Сложно, я вот не знаю, до Армагона сможем дойти? Хотелось бы. Так, Микеланджело Космос, ДНК одно достается нам. И у нас Донателло. Поехали. Сыра у нас пока хватает. Так, а, здесь, ребята, уже будет босс. Опять эти два голема. То есть волна одна из пяти, пять волн. Так, ну что, давай, ребята, это, кстати, наш левел с вами, 70-й. То есть мы, грубо говоря, идем здесь на равных. И, как видите, уже не все так легко и просто, как хотелось бы изначально. Здесь и пробиваем мы не с первого удара, а с третьего. Это в лучшем случае. Так, смотрите, смотрите, что с Крисом происходит, а, ребят. Они хотят... Ай-яй-яй. Ладно, я возьму провокацию на Рафаэля. Я надеюсь, что до босса она уже успеет откатиться. Так, поехали. Не то все, ну. Давай, давай, Рафаэль, бомби их. Бомби всех. Не упускай такой возможности сделать ответный удар. Потому что от тебя здесь много чего зависит. Ну-ка, минус. Давай вот этого. Минус, и последний у нас тут. Мини-крэнк, минус. Так, не забываем, ребята, что у нас еще хил есть у Леонардо. Если что, мы будем с вами его использовать. Если в этом будет какая-то надобность. Она будет, поверьте мне. Так, ну что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и уже... Ага, давай, молодец, Рафаэльчик. И вот так вот каждому, пожалуйста. Ах ты, он сделал массовую атаку. Рафаэль это проглотил, не стал атаковать. Странно, ага, вот здесь он подключился. Ну а здесь? Умница, молодец. Ладно, давай теперь добивать вот этих всех сосунков. Так, минус. Этого тоже, а у этого и атака усиленная, да? И причем... Защита усиленная, ну-ка. Ай-яй-яй. Молодец. Ну что же, третья волна. О, ну это легкие. Эти ребята легкие, это ползунки. По-другому их не назвать.
Так, ну, если каждый будет, конечно, бомбить, это будет плохо. А он будет бомбить, стопудово вам говорю. Так, минус один. Давай, наверное... Нет, хотел, думал замедлялку сделать, но не стал. А вот и защиту я тоже, наверное, пока не буду активировать. Давай вот так сделаем, фиг с ним. Фиг, как говорится, с ним. Ну что ты... Оу, Крис! Крис, подожди, не падай, пожалуйста. Только не падай, я тебя хотел защитить, но не получится. А-а-а, нет, ребят, пока живет он. Блин, можно хильнуться-то, елки-палки. У меня и провокации нету. Так, да, ребята, я трачу. Только ради того, чтобы спасти Криса. Так, добиваем этого упыря. Так, что он делает? Так, ну, давай, отвечай ему. Вот так вот, с удара. И это только у нас четвертая волна. Тут у нас, ой-ой-ой, кто у нас провокатор? Провокатор у нас будет железноголовый. Все. Так, понеслась, как говорится. Блин, не буду я. Давай вот так вот. Я хотел, ребят, вертушку, думаю, ну там же потом два голема эти будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Давай-ка мы еще с тобой защитку подключим дополнительную, потому что... Ага, здесь провокация еще есть. Ладно, она нам пока не нужна, потому что у нас железноголовый, как говорится, держит все это, да? Давай вот так вот попробуем пробить все-таки их потихоньку. Ага, мимо, отлично. Так. Нас хотят поджарить. Получится? Да, получилось, ребят. Постепенный урон все-таки повис. Опачки, как ты так сделал? Как ты так сделал? Мы, ребят, можем с вами лишиться буквально... буквально через секунду с нашего железноголового. Блин, придется мне тратить проникающий, а другого варианта не вижу. Так, интересно, вот если мы на Рафаэля поставили провокацию, они будут все-таки Рафик атаковать или железноголового, а? Мне бы, конечно, лучше бы, чтобы они атаковали именно железноголового. Ой, Рафаэля, да, конечно же, Рафаэля. Контратака, давай, фиг с ним. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, никому даже не пришлось бить, потому что мой железноголовый умер, ребята, от постепенного урона. Что такое? И такой довольный, блин, да? Вот так вот получил свое. Блин, а почему такой Донни здесь мощный, а? Ты посмотри. Он просто колоссальный наносит урон. Несмотря на то, что он у меня, Рафаэль, вообще пробафанный по полной программе. Он взял просто-напросто его и пробил. Еще и смог оглушить. Опять со своим... Тихо, это что такое? Это... О-оу! Обалдеть у них удары, я вам скажу. Вот эти вот суперские, которые... Ну что же... Ах ты, не добили! Да ладно, хорош! Вот это сейчас что такое было, а? Вот это что сейчас, я спрошу, у вас было? Ну я не знаю, ребят. Я вот честно вам скажу сразу, не знаю. Я тут два вот этих вот босса. Нас всего трое осталось. Как мы тут будем сейчас выкручиваться, не знаю. Но если мы пройдем, это будет какое-то чудо просто-напросто. У них очень мощные атаки, плюс они 75 уровня. Давай попробуем вначале вот так, замедлить их. Ага, замедлили только одного. У нас, ребята, пониженная защита. Нет, не получится. Ёлки ты моталки, ты посмотри, что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нас убьет, ребята, постепенно. Всех. Черт тебя подери. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, да. Не справился я, к сожалению, не справился. Я не смог, но ни понятия не могу, как мы вот так вот с вами лопухнулись. Но я буду знать предел своих возможностей. Да, ребята, и вот оно, достижение. Мы как раз... А, нам надо было тараканов убить, а я белок думал. Ну что же, забираем с вами две ДНК на шредеры. Это тоже неплохо, я вам скажу. И нам нужно будет 500 маузеров подбить. То есть остается всего лишь 35 штучек. Найти этих маузеров и уничтожить. Так, ну что, ребята, тут у нас все. Ага, вот, вот. Давай-ка мы обменяем это дело. И у нас с вами 11320 мутагена. Соответственно, мы с вами идем к слэшу. Где он у меня? Так, смотрите, ребята, сколько у нас ДНКшек-то у всех, а? Понаходилось. Где он, где он, где он? Вот, ребята, наш слэш, и давайте мы прокачаем до упора все навыки. Так, потанцуем, естественно, потанцуем. И помятое лицо. Да, ребята, 3, 3 и 2, вот такие вот уровни наших
А, тут даже 4, 4, 3 и 2. Прокачали. Все, по-моему, да, ребятули? Больше мы здесь с вами ничего сделать не сможем. Ну что же, тогда на этой ноте я буду... Нет, ребята, пока не завершим, потому что у нас еще есть сыр, и мы должны с вами все потратить. Да подожди, ты куда ты прешь-то? Давай вот здесь вот поищем. А искать мы с вами будем продолжать. Так, Кирби мы находили. Хана. С Ханом мы все закончили или нет? Да елки-палки. По-моему, нет, да? Ребят, мы с вами как бы остановились. Да, мы остановились и не нашли его полностью. Так, вот оно, одно ДНК. 15, ребята, порталов у нас всего лишь осталось. Давай смотреть, кого мы можем еще поискать с вами. Так, этот... Ага, о, пиццелицы, ребята, кстати, да. Почему бы нет? У него, кстати, немножко осталось до того, чтобы можно было бы его прапать. Ну что же, отлично. Давай еще вот здесь. Ага, все, закончился, ребята. У нас пицца на этом, но у нас еще есть сыр. А вот сыр я уже не знаю, стоит ли тратить. Там, по-моему, за один бой тратится... Три портала. О-о-о, три портала. Ну, например, я вот здесь хочу посмотреть, кто у нас тут. Заманчиво. Ладно, поехали. Ай, как эта книга досталась никчемная. Вот, Рафаэль Космос уже неплохо. Ребята, еще две попытки буквально. Две попытки и все. Так, нейтрализатор. И последнее. Кольцо крутости. Все. Порталы, к сожалению, закончились. Следующие я смогу себе приобрести только когда накоплю 500 долларов. А это будет, наверное, не скоро, ребят. Ну что, все. На этом я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся с вами в следующем видосике. Так что всем пока, удачи и до новых встреч.